Вы смотрите программу «Супер детки». Сегодня у нас в гостях лауреат международных конкурсов Иван Тереханов. Здравствуй, Иван. Здравствуйте. Да. В наших программах мы касались и родного нашего русского языка. Конечно, это была, может быть, шутливая такая сторона нашей программы, но мы изучали буквы. И сегодня в нашей последней передаче мы изучим букву «М». Ну, фактически добрались до середины алфавита. Итак, я произнесу сейчас скороговорочку на букву «М». Вы ее запомните, позвоните к нам в студию. Мы в прямом эфире находимся. Телефон прямого эфира 971-19-11. Частоговорочку эту повторите и зададите какой-нибудь вопрос Ивану Тереханову. Итак, частоговорочка на букву «М». «Мама», «мыло», «мылом», «мула», «медиума», «молекульмулька». «Мама», «мыло», «мылом», «мула», «медиума», «молекульмулька». «Медиум» — это волшебник. Ну, ладно, значит, запоминайте, заучивайте наизусть эту частоговорку, звоните и задавайте вопрос нашему гостю Ивану Тереханову. Иван, скажи, пожалуйста, вот ты участвовал вот в этом замечательном событии, которое поддержал телеканал «Ваше общественное телевидение», выступил там хорошо, получил звание лауреата первой степени, тебе вручен даже орден «Золотого стерха». Вот я смотрю, он у тебя горделиво на твоей груди, вот как бы, покажи. Да. А вот и грамота, которая подтверждает о том, что ты получил это не просто так. Скажи, вот тебе сколько лет? 9. 9 лет, да. Ты занимаешься различными видами творчества, как я понимаю. Поэтому ты и стал победителем, потому что фестиваль называется «Фестиваль-конкурс разносторонне одаренных исполнителей». Я знаю, что ты график. Да. Художник. Да. Ты читаешь стихи. Да. Ты играешь на фортепиано. Да. Что еще ты делаешь? Ну, пока, наверное, этого достаточно, да? Ну, еще в школу, наверное, ходишь, да? Конечно. Как там у тебя дела? Ну, неплохо, я хорошист. Хорошист, да. Ну вот.